С вами любимая компания «Электромотор», и в данном видеообзоре мы представляем вашему вниманию мотопомпу для чистой воды «Штарк», модель ВП-100. И, как всегда, с нами бренд-менеджер Дмитрий компании «Штарк». Он сейчас расскажет, почему нужно купить эту именно мотопомпу, а не любого другого бренда. То есть, пожалуйста, слушаем и пишем комментарии снизу. Не знаю, что. Компания «Электромотор». Да, данная мотопомпа для чистой воды, но ее главное предназначение то, что она имеет высокую производительность и высокий диаметр, большой диаметр отверстий. Вот. Что это дает? Она очень быстро может осушить водоемы больших размеров. То есть ее производительность 96 кубов в час, и это позволяет ее буквально за считанные часы осушить довольно внушительные объемы воды. Основные конструктивные особенности. Да, основные конструктивные особенности – это мощнейший двигатель 8 лошадиных сил, 4-тактный, гильзованный, с моторесурсом 2000 моточасов. Штарковский, да? Да, штарковский двигатель, да, это родной двигатель, довольно давно производится, не хуже аналогов Honda, даже по некоторым параметрам и не уступает и Honda, даже, даже лучше. По чертежам Honda, да? По чертежам, ну, по чертежам, не по чертежам, эти… По размерам. Да, не будем в историю, да, но они абсолютно, да, идентичный, даже этот двигатель лучше Honda в некоторых аспектах. Вот. По запуску очень простая функция, да, концепция. Вы открыли топливный кран, уже здесь открыт, закрыли, если вы первый раз запускаете, заслонку воздушную, сделали, включили он, вот, залили масло, подключили все патрубки, залили воду, ведро воды для создания давления, и можете не сильно дергать данный стартер. Все, она должна завестись. После того, как она запустилась, вы открываете воздушную заслонку, и она уже работает. Комплект поставки. Что комплект поставки входит заборный фильтр, хомуты. Да, это пластиковый. Какая здесь у нас размер? Размер частиц 5 миллиметров. Угу. Да, чистая вода. Это чистая вода считается. Также в комплекте еще есть свечной ключ. Вот, и для крепления заборного шланга всякие фитинги и прибамбасы. Шланги не входят в комплект? Шлангов в комплект нет, да, отдельно нужно покупать заборный шланг до 6 метров и шланг подачи воды, насколько вам надо подавать или куда там. Это уже вы сами определяете, выбираете длину и качество этого шланга сами определяете. Дальность ее составляет 30 метров? 30 метров, да, дальность подачи 3 по горизонтали, 30 метров. Высота подъема там, или глубина подъема, зеркало 6 метров. Еще одним немаловажным фактором является то, какая клетчатка находится внутри. Да, здесь профессиональная клетчатка чугунная находится и обеспечивает долговечную работу. Да, проверена всеми водоемами Украины, мы ее продаем очень много. Вот, и клетчатка действительно выдерживает большие нагрузки, даже можно работать и с песком, и с там, полузагрязненной водой, ей ничего не страшно. В принципе, она довольно долговечная клетчатка. Гарантия на данную мотопомпу составляет 2 года. Да, да, сервисные, да, центры по всей Украине. По всей Украине, да. Там дилерские сервисные центры, также и центральные сервисные центры. Запчасти на нее, в принципе, все есть. Сальники, воздушные фильтра поставляются, и не проблема их приобрести. А вес какой? Вес у нее 49 или 47 килограмм. 47, да, 47, да. Если в заправленном состоянии она будет весить больше 50 килограмм с учетом веса масла и бензина. Ну, то есть для работы все равно 2 человека надо, да? Но как ни крути, ходим парой. Или один сильных, или 2 тайваньца. Я поняла. В общем, по вопросу покупки мотопомпы «Штарк» обращайтесь к нам в компанию «Электромотор». Контактный телефон в Киеве 53038. Доставка есть по всей Украине. Также есть весь модельный ряд мотопомп. Контактный телефон 53038. По вопросам покупки обращайтесь в компанию «Электромотор».